Итак, для нашей темы понадобится две профтрубы размерами 60 на 60 и 140 на 60. Обе они толстостенные, это в районе 3-4 мм. Торцу наш профиль 140 на 60, для того, чтобы придать ему более-менее прямоугольную форму, это будет наша подставка. И пилим профиль 60 на 60, это, соответственно, будет наша стойка. Все защищаем болгаркой от коррозии шлифовальным кругом. И пришло время сварки. По уровню выставляем трубу и прихватываем, а также потом провариваем. И зачищаем швы. И вот тут как раз наш косяк с цепью. Концепция поменялась, мы обосрались. Которую мы впоследствии через 2 недели просто отрываем. Убираем все точки от сварки, которые прихватывали цепь, и достаем из закромов 2 направляющие для мебельных ящиков. Вынимаем из каждой ответную часть и размечаем посадочные места непосредственно на самой стойке. Керним и сверлим каждую часть. И так на каждой стороне профиля. Далее нам нужно изготовить непосредственно крепление к ответной части, которое уже будет привариваться непосредственно к кронштейну или хомуту, который будет держать саму дрель. Само устройство, которое будет крепиться к ответной части наших рейлингов, или как они рейлис, можно сказать, я взял просто 50 на 52 уголка по 15 сантиметров, обхватил нашу стойку и просто проварил их. Затем, когда у нас уже получилась готовая P-образная конструкция, приварил уже непосредственно наш кронштейн или ушко, как его можно еще назвать, хомутик. Мы делаем разметку на них, соответственно, части от нашей направляющей, керним все и также засверливаемся. И начал прикручивать сами ответные части. Я взял обычный вороток с насадкой. Я решил, просто проварив остатки наших саморезов. Потом это все зачистил за кадром, и у нас получилась идеально ровная поверхность с уже приваренными саморезами. Ну а дальше обе заготовки мы грунтуем, и одну я покрасил серебристый цвет, другую в белый. Далее я креплю резиновые ножки, у меня были резиновые подставки под ножки, чтобы оно, может быть, не создавало вибрацию на столе и более-менее устойчиво стояло. И начинаем тестить. Да, нам нужны для нее тисочки. То есть это будет в следующей серии. Мы сделаем классные тиски для нее, небольшие. И я думаю, что даже надо работать как-то систему упора или ручку сделать. А так, вполне себе пригодный сверлильный станок. We'll be right back.
Ребят, спасибо большое, что просмотрели. Мы его будем дорабатывать. Будут еще несколько серий по плавному пуску. Хочу здесь поставить розеточку, чтобы, то есть, вот включить вот эти сопли. Обязательно ставьте свой комментарий, либо отзыв. Дальше будет больше, я сделаю больше видосов крутых. И как бы меня вообще по кайфу, меня прям мотивирует и очень нравится. И самое главное, подпишитесь на канал. Это огромная мотивация для меня делать еще больше и лучше, и совершенствоваться, и улучшать. И вот здесь сейчас будут два видео стареньких. Обязательно их посмотрите. И подпишитесь на мой канал. Блин, мне всегда безумно приятно, что вы меня смотрите. Спасибо большое. Пока!